Полное описание и точная дата выхода 13 и 14 серии нового сериала «Русские горки». 13 и 14 серии сериала выйдут на Первом канале 30 сентября. 13 серия. 1964 год. Петру предлагают написать обличительное письмо в газету «Правда» против художников-абстракционистов. Он отказывается и тут же попадает в опалу. Марк, наоборот, на подъеме. У него персональная выставка. Ему поступает заказ написать портрет Брежнева. Ница безответно влюблена в Севу, который ухаживает за Светланой, танцовщицей ансамбля «Березка». Света за рулем Севиной победы сбивает женщину-дворника, избегает с места аварии. Севе накануне защиты кандидатской диссертации грозят серьезные неприятности. 14 серия. Сева блестяще защищает диссертацию. Во время пикника после защиты он наконец признается в чувствах Ницце. 1968 год. Ницца и Сева живут вместе. Ницца диссидентствует. Сева строит научную карьеру. Накануне поездки в Лондон на симпозиум по генетике КГБ склоняет его к сотрудничеству. Умирает отец Джона, сэр Мэтью. Лиза и Сара летят на похороны деда одним рейсом с Севой. В Лондоне Сева знакомится с Бобом, молодым ученым, и по совместительству агентом Ми-6. Джон начинает писать мемуары. Таня водит трамвай по маршруту, на котором время от времени видит Ниццу. Напомним, 13 и 14 серии сериала выйдут на Первом канале 30 сентября. Если вам нравится сериал, ищите выхода новых серий, тогда ставим лайки, подписываемся на канал, жмем на колокольчик, чтобы быть в курсе последних новостей о новых российских сериалах. Спасибо за подписку и лайки.